Так, парни, Он в нашел. эфире. Не, канал у него Послодюк называется. Ну, как бы по имени пользователя. Так. А, вот он Вот. скинул. О, он мне тоже скинул, тоже в личку. Ага. Нашел? Ну, он мне в личку прямо скинул. Мы как раз А. базарим за это, и он скинул. Может, он у нас тоже тут сидит? Нет, нет его здесь. Так. Да, надо глянуть, 148. Прикольно должно быть. Так. Так, Change Airport. Ну что ж, вы... А, подожди, LFLJ. надо VPLG же. Евгений. Ау. Предлагаю лететь на руках и без этого, без GPS-ки. Как тебе такое? GPS, кажется, смутно. Я представляю, как в незнакомых горах. Можно Да, в попробовать. принципе, можно. Там вот это. Там же это все вот есть на карте на этом. В SkyVector есть. Но Тут у меня открыто VPS. заметь еще такой момент, что Игорь же два раза слетал. Не, я не два. Да, это понятно. Нет, Не поддавайся. я не два раза летал, нет. Ревшу можно попробовать. Протестую. Знаю, знаю, Ваша. Ни разу. Ты когда без пьески? Да там уже все целый день сегодня летали, чего вы это? Гово, я ни разу еще не летал. Вот Мне только лениво компьютер было. включил. Я даже думал, ну, что так лениво было летать, что... Нафиг. Привет, Валентин. Так, 19, ну поставлю 19.3 отправление. Route time 0020 минут. Фью. 20 минут получается, да? Ну, там где-то минут 15 лететь, да. Так, VFR. И полетим. А, кстати, может там контроль есть? Да. Там этот только ФСС. Везде вокруг. Евроконтроль, в смысле, да? Ну, Евроконтроль, да. Но это не для нас. Это не для нас, да. Да, это не для нас. Ну, низковато мы пойдем для него. Что-то я, кстати, посмотрел по SkyVector, там МС-это такая приличная. У этого, куда летим? Да, ну вообще вот здесь горы, там 13700, там что-то. Горы. Да где ты видишь 13700? Ну вот SkyVector открываешь. И где там гора 13700? Ну там есть, конечно, что-то, да. Нет, рядышком. Там МСА, там высота а. Просто. А где ты смотришь МСА, что-то я не понял. Или это не МСА? Я вот пока смотри. Не вижу. Я elevation вижу, и все. Ну это... Вот смотри, значит, вот это, мы взлетаем. Это не минимум секьюр, это минимум сейф альтитюд. Ну, да, минимум сейф альтитюд. 13500, вот, да. Вот слева 13700, справа 13500, вот дальше потом 10500 вот в районе этого. Да, но я думаю, что это для... Не для нас, короче. Для рефарщиков. Мы-то на глаз, по идее. Ну, хотя это VFR-ная карта, блин. Карта VFR-ная. Ну, да. А вот эти квадратики, это запретка, да? Да не обязательно. Вот эти вот просто квадратные. Какие-то зоны. Вот LFR-R это restricted. Ну, запретка, короче. Нет, да нет, restricted просто. Почему запретка? Ну, restricted. Ну, надо прочитать просто, какие там рестрикшены. Может быть, там это. А, может летать можно, да, но да. Типа с каким-то ограничением, да? Да, да. Если бы была П, а где это можно если летать? Бы. А в АИПе. В АИПе в испанском. Французском, в испанскому. Вот прямо вводишь LFR 222А, и там прям тебе. Или там 222 Чарли, и он тебе напишет, ну, в PDF найдет прямо и опишет, что это за это. Ага, понятно. За так, зона. Загрузился, надо, короче, двигаться аккуратно потихоньку к вам. Так, да, двигаться по-любому.
Если запрещенная, то это П было бы, ЛФП какая-нибудь. Так, парни, вы что, уже загрузились, нет? Да я там уже встаю. И вы уже в этом? А, да, все, кто-то один подгрузился возле ангара. Сейчас я подгружусь, вот я у самого права, у самого дальнего взлета ангара. Я понял. Я напротив домика этого заправочного. Да, я тебя вижу. Ну ладно, сейчас я тоже туда подвинусь. Вернее, я уже подвинулся. Так, можешь приготовить самолет к полету. Вчера все так опрометчиво взлетели. Так, LFG, так, LFHU. Сделаем запасной. Так. Так, сколько времени-то у нас? 17.15. Что, 18.30 полетим? Пора это так, один. Ну ладно, давай 18.30. Давайте можно будет пользоваться, например, картой по Shift 5, например. Как вам такое? А летим без этого, без GPS-а и... Привет, Юрий. Летим без жопса и вручную. А, ну так. Вот, ты куда-то покатился. Да, 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 я двигаюсь. А, все, все. Аккуратненько двигай, а то сейчас опять уедешь в горы. Да, да, да. Я уже понял, уже все. Технология понята. Как тут двигаться. Так, топливо до хренища запустится, что ли? Пусть греется. Так, слей топливо, что? Я беру 25 этих. 25%. Да ладно, пусть это. Пусть будет много. А то потом где-нибудь забудут заправиться. Так, а мы летим сразу два Олега, да, получается? Ну, если получится, да, то два Лего. Где Александр и Серега? И Димас. Димон, Серега написал, у него день рождения, кстати, поздравить надо, что ему не до этого. А, как это у него внезапно день рождения так начался? Ну, вот сейчас... Спасибо, Константин. Ну, сейчас должен Димас вроде как подтянуться. Серега отказывается. Саня сдался, наверное, да? Саня не знаю, чем там. Димон должен появиться вроде, да? Так, ну... Я сейчас закопипащу твое сообщение, Алексей. Давай, давай. Прям в этом. Прям в прямом эфире. Так. Надо было с шапкой прямо с этим. От кого? Надо было цитату просто ставить, и все. А как, кстати, цитировать в этом, я не знаю. Да где там, где буква Ё? Как это называется? Тильда, что ли? Не тильда, а другой. Не тильда, а вот это вот, не кавычка, а скобочка вот эта. У него есть название, да, я забыл, я находил специально в интернете название. А, это, по-моему, нижняя тильда называется. Ага. Или верхняя, наоборот, верхняя тильда. Верхняя тильда. Так, да. Здорово, Андрюха. Заходи к нам на ралли. Посмотрим, кто быстрее. Хуплоп или пупир. Хуплоп или пупир. Тут такой хуплоп. А кто у нас в хуплопе? Ну, да, я. Андрюха. Газовиков пишет у меня в чате. А, это Андрюха. Да. Андрюха Газовиков в хуплопе. Так, а что у меня там с двигателем? Ладно, короче. Что там, Александр ответил или нет? Саня нет, вроде бы. Ну, он собирался, явно. Ну, сегодня. Привет, Никитос. Так а что это тепло, так 15 градусов, ни хрена себе. Плюс. А, да, 15, я что-то прощелкал, проторговал. Да. Да, 15, да, да, тепло. Офигеть. Лети на Туполе. На Туполе. У него 172-я сцепка есть, родная, хорошая. 172-я, ну, 172-я, ну, он отстанет, конечно, по времени. Ну, это да. Да тут лететь столько, что, может, особо не отстанет. Хотя, фиг знает. Отстанет.
Там в эксплейне SP-30 есть. Кто? SP-30. Это что за хрень? Не знаю, табуретка какая-то. А-а-а. А, типа дефолтная, да? Нет. Нет, так как... Она еще стоит там так нормально, причем. Нет, криминальную Россию не смотрели. А ссылку, которую Андрюха скидывал. А что там, блин, я видел, что он скинул что-то, но я что-то не посмотрел. Он, скорее смотрели. А что там? Да там Андрюха там накосячил. То есть Андрюха, значит, был... Андрюх, ну и как тебе Он у тебя на стриме, да, Игорь? Да, да, он у меня на стриме, да. Андрюх, как тебе Ан-148, расскажи нам. Поделись, да, впечатлениями. Можешь зайти на канал и это, ну, в болталку и поделиться прямо из болталки. Чё-то у меня самолет не завелся. Это плохой знак. Ага. А я вчера тоже завелся раза с 5-го или 6-го. Ну, что-то крутил его. Свечки не пришлось менять. Так, ну что-то... Не залил я их? А ты этот, открой этот... Микстуру открой. Ну, объедини полностью. И потыркай с объединенной. Батарейка севшая, сейчас, наверное, уже не успею. Ну, тогда в ангар можешь заходить, да, менять батарейку вообще. Да, все, батарея под замену. Он мне сначала написал, я думал, хватит. Он писал, что батарея свик. Сел за ночь. От холодов. От холодов, да. Там же еще подогреватель какой-то есть, вроде. Да, у меня установлен подогреватель, да. У меня вообще установлены все опции, что могу быть. Не знаю, нафига, но пускай будет. Не, я сейчас все поснимал. Полет короткий, поэтому я снял все опции. А. Ну, я не знаю, тут помогает, не помогает, но вот если бы это было настоящее ралли, я думаю, стоило бы снять. Так. Пускай. Так. О, кто пришел еще? 10 галлонов. О, завелся. Я куда поехал? Да, это 172, да, тормоза. А тормоза. Никита, это 172. Есть. Это я хреново текстуру сделал, кстати. У меня винт что-то не блестящий. Это конус винта. Хочу масло. А, в смысле, в трафике? А, не в трафике, в Ливрея. Где-то, видать, какой-то канал там. Слушай, ну что-то отсвечивает вроде. Сейчас. Покажу. Сегодня спуточка завелся. А у меня что-то еле-еле пришлось сушить. Обслужил. Такое. Наверное. Ничего не обслужил. Не обслужил. Вообще ничего не обслужил. Так, ну не знаю, мне кажется, вполне блестит. Вон я скинул. Так. В принципе, я готов заводиться. Так что, заводимся? Ну, вообще, тогда прогреваться надо же еще. Я уже завелся. Да, я слышу, да. Получилось, да. Так, закрыто. Закрыто. Так, а как гарминку, так, чтобы гарминку не включить? А, Shift 3? Да, кстати, давайте гарминки убирать. Нажимаешь GTN 750 и все. Блин, у меня половина этих нету. А, просто. Кнопки, кстати, у вас есть или нет? Вот, или черные круги? Не, есть кнопки, черные круги. Ну, крутилки есть, да? Бывает просто черная, это глюк у нее, особенно когда она подгружается, ну. Ну, сегодня без GTN-ки, да. Глюк, короче, когда по сети летаешь, и рядом тоже 162-я сосна, вот такая вот фигня может подружаться. За место крутила черные здесь круги. Ладно, это, в принципе, не сильно меня парит.
Не, у меня завелась с первого раза, бля. Ну, странно, у меня вроде всегда заводится без проблем. Что-то сейчас не хотел. Ну ладно. Спать греется, рано сделаем, посмотрим, как себя чувствует. Да нет, визуально. Визуально сегодня. Блин, не видно. Ага. Так, давай с таким курсом там садиться будем. Так, сразу. 58. Да он пишет, у нас сейчас проход над полосой сделать, например, сугробов посмотрите. Привет, Сань. Заходи, что ты в чате сидишь-то? Или ты сегодня не успеваешь? Челлендж. Мы сегодня решили усложнить задачу. Мы летим без этого. Без GPS-а и без... с температурой. Температура у меня нормальная. Без стрима, когда кажет. Ну, это уже на это, на совести каждого. Да, да, да. Так, поехали. Че это там? Че, так, значит, получается, мы сегодня втроем? Димас-то идет или нет? Дима вроде собирался. А что, сами успевает? Не знаю, не пишет ничего. Нет, визуально. Почему не знаешь место? Карта же есть. Карта есть, да. Такая. 6-5, да, на 6-5. Нормально, короче, надо примерно выскочить с курсом. Свой курс 230. Не пофиг. 230-й, да, курс по хэдю поставьте себе там, накрутите, да и все. Ну да. Да, она нормально сегодня летел. Ну, не этот полет, другой, в ЛСГК. И нормально можно ориентироваться. Долины там все, высокие горы, все. Озера. По озерам классно ориентироваться. Кстати, по озерам, да. Нормально, по-нормальному, конечно, надо было рутинг сделать. Но вообще-то я сегодня спрашивал, интересовался в аэроклубе, как они проводят эти. Как они проводят ралли. Ну, не так, конечно, как мы. Ну, суть такая же, по этапам на время. Но они просто должны пролететь над какой-то точкой. Например, там над замком или над. Или бывает там в каком-то городе перекресток каких-то улиц, понял? GPS пользоваться нельзя, надо пользоваться только картой, да. И наблюдатели, соответственно, отмечают. Картой, да, но они вдвоем сидят, один штурман, один пилот. Один высчитывает, да. Наблюдатель нет, сейчас тракеры устанавливают на самолеты. Раньше отсылали этих арбитров в каждый город или на каждую точку, на которую они должны были пролететь. И они фиксировали UTC время. Ну, типа того, да. Или точнее, у нас ралли «Как не расфигачить сосну», да. У нас-то да. И обычно заканчивается еще этим конкурсом, ралли заканчивается конкурсом на этот, на точную посадку, короче. Наносят метки на полосу, тоже арбитр стоит и фиксирует на видеокамеру, как они там это садятся. И потом точная посадка тоже засчитывается, там сколько-то, там за каждый этап получится баллы насчитываются, и в конечном итоге смотрится по количеству баллов. Оценивается там точность, скорость. И интересно, конечно, поучаствовать, но это, блин, до хрена денег просто так выкинуть. Ну еще бы, конечно. Это как минимум, я думаю, если на 152 лететь на сосне, то я думаю, это как минимум, наверное, где-то 700 евро, наверное, будет стоить, а то и того больше. Ну,
какой-то призовой фонд, конечно, наверное, есть. Да, да нет там никакого, не, нет никакого призового фонда. Так, не, может, какой-нибудь кубок подарят там, блин, из железа. А, ну. Не, призового фонда никого нет. Просто так, для себя поразвлекаться. Вот как мы сейчас развлекаемся, только по-взрослому, блин. Так, ну чё, тогда если Александр с нами не участвует, если Дима тоже не участвует, как я понимаю, да? Чё там, посмотрите этот Дискорд. Тогда стартует это... Так, ребят, я буквально на 5 минут сейчас. Хорошо. Скачу. Ну я тоже сейчас, да. Да блин, сейчас, вот. Так, я даже Анапу уже провел. Вообще можно... Двигать, так... Так, что вам Дискорд говорит? Дима молчит. Я ему, конечно, могу позвонить. Так, двигатель прогрет. Да, температура, конечно, нормуль у нас тут высокая, бля. Забортная, я имею в виду. 14 градусов, ну это вообще. Я даже, пожалуй, тогда колфлап пока открою. Хотя на холостых не закрою. Надо будет на наборе следить за этим, за температурой головки цилиндров. Это закрытый полом, да? Ну, вообще-то, теоретически взлетается всегда с открытым. Поэтому, по правилам. Но если зимой, я думаю, если там у тебя минус какой-нибудь, то я не думаю, что нужно кол-флап этот закрывать. Зачем? Просто смысла никакого нет. Ну, по идее, никакого, да. Это же типа жалюзи, правильно? Ну, это не совсем жалюзи, нет. Даже совсем не жалюзи. Это просто снизу под двигателем открывается такой лючок, и проток воздуха через двигатель увеличивается. Ага. Жалюзи это вот, например, на этом, на Су-29, у него впереди, или на кукурузнике даже, по-моему, я не знаю, не помню. Ну, на вот спортивном, по-моему, Су-29 впереди, или, например, на Як-52 впереди есть жалюзи. В принципе, смысл тоже получается. Ну, смысл для мотор, больше для уменьшения. Да, для уменьшения охлаждения, для увеличения. Ну да. Сверху никогда не видел, блин, только снизу видел колфлап. Ну, по кругу еще бывает. На этих я же летал на как его, на ПМДГ, там DC6, что ли, да? DC6, да. Но у него по кругу эти колфлапы стоят. А, ну тоже, да, на каждый цилиндр, ну или на часть там на пару цилиндров. Ну да, да. По кругу сзади тоже вроде как жалюзей нету, вот эти колфлап. Короче, продувку увеличу. Продувку получается, да. Соответственно, зимой вполне можно перехватиться. Да, да, да. Ну чё, кто первый? Ну давай, Алексей, сейчас ты первый прилетел у нас, у тебя 1:02. Ты вылетаешь, я второй, и Евгений тогда. Третий. Ладно, да. Хорошо. Сейчас я покурить сбегаю, 3 минуты буквально. Да-да, для вентиляции. Вентиляция. Вентиляция, ты же, да, я Саня, вот еще, да. Вот правильное слово — вентиляция. Для улучшенной вентиляции. Все подсмотрели, продумали маршрут полета. Да-да-да, продумали. Продумали? Если можно так сказать. Да, так, значит, давайте еще оговоримся по таймингам. Значит, выезжаем на полосу, тормоза, добавляем газ. Короче, тайминг включаем одновременно, когда отпускаем тормоза. Газ там на полную, не на полную, потому что я здесь на полную давать не буду, пока до этого, до спуска не доеду. Ну да.
То есть тормоза отпустил, нажал тайминг. И по стопу давай сделаем. Давай. Сел на полосу, оттормозился, вот встал полностью до полной остановки. Выключил тайминг, нажал. И потом срулил с полосы. Как такой вариант? В смысле, остановился? Остановился на полосе, да, без этого, без выезда. Потому что одному может быть там дальше выезжать, другому там ближе выезжать, понимаешь? Остановился на полосе полностью, до полной остановки. Выключил таймер и потом съехал с полосы. А чтоб мы не влетели в друг друга, можем взлетать с интервалом, например, в 2 минуты. Ну да. Да, хотя, даже, я думаю, минуты хватит. Да, минуты хватит. Да. Так, ладно, я тогда пока буду занимать. Давай, давай. Лёш, занимай исполнительный, да. Так. Занимаю. Так, я ранап сделал процедуру, но... Мне только, в принципе, осталось. Кабин исход инстеди, блин. Надо уменьшить. Так, итак, первый участник сегодняшнего ралли выезжает на полосу. А что-то в конец куда-то поехал, блин. Ну, я сначала хочу начать. А зачем? Какая разница? Я прямо отсюда буду взлетать. Здесь полоса 600 метров всего. Да ты не... Да тут на спуске разгоняешься. Если ты сейчас начнешь разгоняться... Ну, черт тебе, может, ты сейчас прямо взлетишь до спуска? Да, конечно. Ну тогда ты можешь удариться там хвостом, повредить закрылок, руль высоты, знаешь, как это бывает? Страйк. Не все выживают в ралли. Да, это понятно. Ладно, вот отсюда. Я прямо отсюда буду стартовать, вот примерно, где стою сейчас. А нормально идет там на 60 с закрылками в 10. Коронап сделать. А ты не делал еще пока? Я уже сделал все. Такс. Да, что? Включить время по реалу, да, конечно. Сейчас включу, Саня, время по реалу. В ночи в горах. Да, Алексей уже выехал на полосу. А, уже выехал даже, да? Да, сейчас будет уже стартовать. Че, поехали? Поехали. Все, погнали. Ну да, Сань, ты меня раскусил. Погнали, минута пошла. Тайминг сделал, да? Да, 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 все. Все. Первый участок. Подпрыгнул, да? Подпрыгнул, что-то такое есть. Ладно, тогда я выезжаю на полосу. Давай. Эп, блин. Что-то я погорячился. Ладно. Так, ты полетел, да? 45 секунд. Пожалуй, наверное, полторы минутки, да? Я тебе. Так, трим нулевой позиции. Landing lights on, taxi off. Алексей пошел. Уходит налево. Так, минута. Наверное, еще 30 секунд я тебе дам. Да, ты можешь взлетать, господи.
Ты думаешь? Да, да нет, я в принципе надеюсь тебя обогнать, поэтому не хочу, чтобы мы встретились там. Так. Минута 25. 30. Ну все, можем в принципе ехать. Так, тормоза отпускаю, Ctrl. И полная тяга. Засекаю. Шестьдесят, пошли. Так. Без закрылков, закрылки убрать. Оборотиков. Пару выключить, убрать. Ага. Режим на финал. Да-да. 120 метров от Миналда. Безопасная. Безопасная. Так, правой педальки, чтобы лететь быстрее. И держим VX. А он номер 60-70 узлов. 85-85, 70. Нет, это вы VY, это 75-80, это Best Rate of Climb, а Best Angle of Climb это VX. А, понял. Блин, у меня хронометр не пошел, ёперный балет. Блин, какого хрена? Там 160 минуты, ну минуту мы тебе добавим как раз. Да нет, тут 16 минут всего лишь, блин. Да, Серёга, хронометр, блин. Ну, можно минуту накинуть, я думаю, смело мне. Минуту накинем, да. Минуту штрафная. Да, мы можем две накинуть, короче. Игорь. Так, блин, клёво в пропасть разгоняться. Так, педальки немножко еще слишком педали даю. Ух ты, ёп! Срыв. Сорновато. Как-то сорвался. Погнали. Так, и хеди у меня уже выставлено. Пошли по хеди. Так, теперь можем best rate of climb. А это 80, это узлов. И здесь приберу. Туда я что-то лечу. Или не вижу, да. Вот туда надо лететь. 9. Думаю, все. Хватит. Пошли. Так, переваливайте. Горятся. Горочку. Я буду обходить. Да черт, да я не знаю, где Димон, блин. Вроде как договаривались, но Димона что-то нет. Вы советовались даже с ним, да. Выбираем. Пошли разгоняться. Так, что там у нас по превышению порта? Нижняя 6, верхняя 6100. 100 футов разница, 30 метров. Так, да, блин, вот я... А у меня лоус, отлично. Так, блин, я что-то либо сбавлял. Надо еще на пол миллиметрика. Вот так вот хватит. Ускоряемся.
Алексей, ты в ручном режиме идешь или нет? Или на автопилоте? На автопилоте. Автопилот. А, ну ладно. А что здесь по прямой летит? В принципе, прямой, да, смысла большого нет, но пока не доел, можно было лететь. Ну, попробуйте по прямой полететь. Не, ну сейчас вот терпимо, я вот с 8700 уже нормально. Так, сейчас подлетаем к долине, по-моему. Я пролетаю, сейчас буду подлетать к долине. Долина. Угу. Озеро, вот здесь еще два озера. Ну, видишь, Игорь знает уже местность. Так я по карте смотрю. Ему сразу 5 минут можно добавлять. Да, что по карте ты там смотришь? По какой ты карте? По какой? По SkyVector, по какой карте? А какая еще карта? У кого-то есть другие карты? Поделитесь. Вот почти Беломора. Почти Беломора. Так ты, может, еще и по GPS-у летишь? Нет, GPS я отбил. Сказал неуверенно Алексей. Сказал неуверенно, да. Вспоминая, нет ли стрима, да? Так. Река. Так, долина. Долина, и тут ущелье. Сейчас посмотрим по карте. Блин, я, получается, иду вот похоже на это ущелье. Мне надо южнее идти. Да? Да, мне надо южнее, блин. По идее, всем надо южнее, потому что пока разворот сделали достаточно размазанный. Короче, я запустил там эту трансляцию. Так что вы можете зайти на стрим и посмотреть. Проверить тебе? Поверить. Так, вроде как-то так должно лететь. О, Лёха, ГТН-ку-то выключил, задолбал-то. Ну, Серёг, ну как так-то? Блин, Лёха, я тебе говорил, зашли мне немножко, я ничего не скажу. Я он спалил с подрохами. Блин, а как же я не увидел, что у меня этот не сработал, ёперный балет? Как его? Таймер. Таймер, да. Ну. Да, Игорь, не переживай, мы тебя накинем сейчас. Да накину тебе 2 минуты, они же сказали, не жалко, хоть 2, хоть 3, сколько угодно. Ты просил минуту, они говорят, нам не жалко. Не жалко. Недостающее время мы тебя накинем. Не жалко 2, да? Тоже больше. Да хоть сколько вообще. А что, втроем летите, да? Ну да, что-то сегодня все сдулись. Не, ну у меня днюха, мне нельзя. А, да, кстати, Серёг, да, поздравляю с днём рождения. Спасибо, да ладно, что. А что ты как-то так не предупреждал, спасибо. Ничего, да. А что я должен был заранее писать, что-то? Так, может, мы тебе скинулись бы на купон в Симмаркете. Ну, вообще, Женька прав, я почти сам забыл. Ладно. А что этот Димон где? Димон же там рвался в бой. Рвался, но молчит. Тренируется, что ли, до сих пор, или что? Тренируется, да, летает? По горам. Саня, с тренером. Саня подколорит. Бронза тоже норм, Игорь. А Саня даже в Дискорде его нету, да? Он решил, чтобы не отвлекаться, не заходить в Дискорд, решил или что? Видимо, да. Лёха, у тебя стрим тормозит. Фризит что-то себе. А ну сейчас вроде. Не, фризит. А у меня нормально идет, да? У тебя нормально, да. Не, у тебя четко вообще, а у Алексея подтормаживает. А куда Алексей-то полетит? А что он кого-то вообще... Вообще, Лёх, ты куда-то неправильно летишь. Тебе правее надо взять. Тебе правее надо взять. Где-то на градусов 10. Подожди, впереди тебя, Игорь, это Алексей летит, да? Да, впереди меня Алексей. Не, погоди, какой... Женя, а ты где летишь? Какой градусов 10? Тебе направо градусов 10 надо взять. Значит, я посередине между ними лечу. У меня тоже карта есть, Игорь. Век воли не видать. Да, кстати, карту использовать можно, да. Вот видишь, Саня, что пишет. У меня время 10 минут, я уже сел. Направление на порт есть, да. Градусов на 10 левее нормально будет. Саня сел уже, говорит. Слышишь, мы проигрались. Ну, нормально. Так, а тут
Какое там превышение? Ты пропадал, что ли? Лёха, у тебя, Алексей, у тебя с интернетом какая-то херня, ты у тебя рабовойс. 6,6 что? Ну, может быть, ну ладно. Да. Лучше я закрою, а то... Лучше закрою, да. Ну чё, сел уже? Я? Да. Тут где-то надо снижаться уже начинать. Так, ладно. Теперь у тебя Александр с днюхой поздравляет. Я не знаю, да ты я в чате. А, ты в чате тоже сидишь у меня. Ага. Понял. Так, напряженная борьба. А какое превышение порта? 6 нижний торец, 6 верхний. Так, гус 58. Вот. Главное. Так, а где Евгений? А, вон он. Он у меня плотно на хвосте сидит. Да, 4-4 мили. Терпимо. Так, Лёхе отстаём, но Лёха почему-то вообще справа пошел. Ну, нет, я вон порт вижу, я просто не могу понять, с какой стороны заходить. Это трудно, да. С обратной у тебя получается. С обратной, да? То есть это горно. С обратной, да. С... Не, ну ты можешь, конечно, просто... ты можешь попробовать и со стороны горы, конечно, сесть. Из горки вниз. С горки вниз, да. Так, сейчас тут будем делать хитрые маневры, блин. Вообще восьмерку нас сделают, но как-то мне это пугает. Погнали. Все, погнали вниз. Я захожу. Turning right base runway. Какая, кстати, какая там runway? Zero six. Или какая, да? Там же курс 58, да, посадочный, да? 58, да. Да, ну Zero six тогда получается. Так, все, пошли вниз. Так, вот тут главное не потеряться. Карта. Порт немного будет там. Теоретически. Или нет? Озеро. Блин, я сам потерялся, а? Озеро. Вот оно. А, все, вижу. Вижу сценарий. А, ну вот, ущелье. Все. Я, наверное, сейчас пораньше даже снижусь. Вот так люк немножко придется сделать. Так. Снимать. Так, полоса. Так, Алексей, мне кажется, я раньше тебя сяду, слышь. Скорее всего, да. Я, блин, я же тебе говорю, Игорь, ты слетал, он уже знает, ты че как, а я просто не знаю даже с какой стороны, ты че, не вижу, я полос не вижу. Я сейчас на right downwind 06, а ты сейчас на left downwind. Ну, практически на right downwind. Ладно, гасимся тогда. Я вот сейчас обим торец, блин, пролетаю. И 1000 мне надо еще потерять, да? Да, со снижением, значит. Не слабо так. Мне сейчас 2000. Блин, а с какой стороны садится-то вообще? Курсом 0,60. А, то есть куст, то есть куст. А, я себе вот так поставлю.
Бля, где полоса-то? Ёперная, а вот она. Блин, я думал, что я ее пролетел, блин. По скорости что, нормально? Ну, я, короче, с другой стороны просто зашел. Мне сейчас надо все облетать. С другой стороны зашел в гору, да. Облетать-то нам всем надо. Крути. Так не, ну вы как бы с нормальной стороны. Да, мы как по схеме нарисовано. Не, мы не по схеме, мы зашли как-нибудь, блин. Ну мы в районе где-то. По схеме зашли. Там. Так мы еще надо левее еще было взять туда в долину. А мы не стали. А я, наверное, сейчас сделаю, я еще могу в долину нырнуть. А может, это не нужно? Ух ты, я прямо нежненько посадил. А, все уже? Так, у меня пик какой-то надо мной. Так, тормоз и время останавливаю. Так, у меня теоретически 15.31. Ну, плюс минута, 32. Нет, 14.31. Все, тогда я понял. Освобождаю. Алексей, ты где там? Ну, летаю вот вокруг. Я не знаю, с какой стороны даже сейчас залетать. Здесь кругом горы, короче, а полосы я не вижу до сих пор. То есть я вижу, я здание не вижу. А полоса белая, не серая. Полоса с снегом заметена. Ну, я понимаю просто. Ну, я же поэтому и говорю, что я не знаю, куда заходить. Да, полоса видно очень хреново, я вчера глянул. Так. Так, air traffic. Еще раз, ты... Hotel Bravo, Tel... Так. А, здесь же нет у меня этого, блин. Так, слушай, Алексей, что-то я даже не знаю, где ты летаешь, слышь? Да я вокруг, я же тебе говорю, вокруг тут летаю. Я не понимаю, откуда заходить даже. Ага, сейчас. Крути налево сейчас, слышь? Ты куда? У меня слева гора, какой налево? Ну вот, посмотри сценарий, крути налево давай. Я сейчас... держа высоту, крути налево. Налево крути. Налево крути. Да как налево? Налево. Я не могу налево. Да можешь налево. Ну вот сейчас уже не можешь, крути тогда направо. Вот прямо сейчас. Ну крути направо-то. Крути налево, у меня тут пик такой слева. Да с набором. Рутин. Бля, а что-то у меня полоса сегодня зеленая, вчера белая была. Что за херня? А видать, ты зиму не поставил. Так вроде я ничего не менял. Делай 360, и как раз вот между двумя горками можешь пролететь к этому, к аэродрому. Хотелось в сугробы сесть, обидно. Ну ладно. Ладно. Тормозиться больше. Так. А ты у нас, какой у тебя позывной? А, ну вот. 114 там что-то. Пока Леха там летает. Слушай, Леха, там, когда развернешь на 180, у тебя будет три пика с правой стороны. После третьего пика это поворачивай направо и увидишь полосу. Да, три сопки будет. Когда развернешь на 180, у тебя будет три сопки с правой стороны. После третьей сопки направо поворачивай и увидишь полосу. Она будет справа от домов. Ну вот три сопки, да. Пролетаешь третью и поворачиваешь направо. Ты должен там сейчас метить. Направо, если слева аэропорт от меня. Если развернулся на 180, он справа от тебя. Вот пролетает три сопки, если на 180 развернулся. Ты видишь метку Женину? Ну да, я вот сейчас полез. Да не вижу, не вижу никаких меток. А, у тебя нету меток. Я точно. Вот, вот лети. Вот он будет справа от тебя, аэродром. Вот лети вот этим курсом сейчас. Аэродром я знаю, но, Игорь, я вижу. Я тебе говорю, что домик-то я вижу, я полосу не вижу. А рядом с... она белая. Рядом с этими. Это нормально, снегусик, короче. Сейчас сугробок будет, да. Она белая, да. Вот я подлечу это. По-читерски, это зеленую полосу, но не специально. Блин, скорость, спределся. А ты сел уже? Ой, блин, нет. В процессе. О, садимся даже ровненько. Почти.
Ух, приложился. Ну, лучше, чем вчера. Потому что не успел сесть сначала, перелетел. И чё мне после этих сот? Да, направо, ты так, да? Приложился, что у тебя же колёса... Чё у меня коровые колёса? Колёса разъехались, я такого ещё не видел ни разу. Да ладно, надо глянуть сюда, стрим будет, блин, чё я остаюсь. Слушай, у меня получилась посадка, поэтому поинтереснее, чем вчера, по ощущениям. Ну чё? Вот, вот, вон полоса на 90 от тебя. Алексей, полоса на 90 от тебя. Ну, не на 90, на 80. Белая, белая сопка. Ну, вверх, справа от зданий. А, все, я вижу. 18.54. Так, давай смотреть фиксе. Все, заходишь. Да. Нет. Ну да. А, заходишь, все, увидел. Хожу, хожу. Так, садиться надо в торец, потому что дальше это жопа. Перелетать нельзя. Футов у меня получилось. Вон Алексей пишет, о, Алексей, говорю, Саня пишет, что сегодня тренировка. Говорит, давай завтра уже полетим ралли настоящее. Ну, можем, можно, да, в тренировку. Можно, да, я зачитерил, скажу честно, я сюда уже летал. Ну, так, блин, ну, мы это поняли уже. Ну, знаете, оно, конечно, я бы тоже времени нормально это сэкономил бы, здесь заходит. Да если бы я знал, куда садиться, я бы уже сел бы там. А так я тут, блин, начал круги наматывать. Не, ну у меня, конечно, плюс, что я летел последний, я за Игорем встал сразу. Старт, конечно, сверялся. Да, сцена, конечно, клёвая. Да? Но... Ну, по виду уже довольно мягко. Не, ну ты, Жень, точно упоролся, потому что у меня даже, ну видишь, на стриме ты даже как там проехал сквозь сугроб, блин, у меня. Да нет, ну 700 футов в минуту, это дохренище, конечно. Ну я поздно потянул. Пускай я сообразил, что я уже сяду тут на это, на подъеме. Лёха решил меня потаранить. Ну, я так аккуратненько. Нормально, да. Так, ну чё? Не, Алексей красиво сел. Продолжаем продолжать? Тренировку? Да. Чё, время-то не записываем уже? Раз участников... Ну, 20, вот, я сейчас это... Ну, я не останавливал, блин. Вот, у меня сейчас 24.50, ну, 25 минут. Да ладно, тогда... Ну, давайте не будем записывать. Летим в этот... В Санин, как он. Да, как-то он так называется. Санен какой-то, блин. Санен, да. Так, одну черту этого найти. Так, 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 так. Как он там? LSGK. LSGK. Ну что, туда летим, да? Ну, да, да, да. Нет. Ну, может, будет сходить, но я с чарта это чувствую. Ладно. А сколько у меня было времени? Я аж выключил, блин, батарейки. Чё я там докладывал, блин? 14.31, по-моему, да? Да. Ещё плюс минуту, да? Плюс минуту, 15.32. О, вижу вопрос, чарт нашёл. Хочу его скачать нельзя, я хочу скачать, что был. Сохранить объект, так. Да. Ладно. Тогда давайте... Чё, летим с этими, с GPS-ами это просто... Ну, лететь далеко довольно, я так понимаю. 40, да? Минут туда лететь, 45 где-то. Угу. Сейчас вектор откроем. Так, LF. Так, я подружу немножко топливо, потому что... Всё-таки стыкат на мне лететь. Как? С пустыми баками, с пустыми, да? Баками, да.
Ну, наверное, GPS, потому что 40 минут уже и хочется автопилот. Летите в темноте с закрытыми глазами. S12000, ты нормально. Так, чарт какой-то слабенький. От одна только картинка и все на этом. Курсов даже нет. Там... 826. Честно говоря, у меня этого чарта нет. Можем сейчас попробовать поискать. Попробуй глянь, я просто нашел на этом. На Ивалу у меня попалось. Я так забил, но может тебе что-нибудь интереснее будет. Сцена там тоже клевая. Я ее запускал сегодня, посмотрел. Да, вот у меня... Так, не, не открывается. Думал, сейчас откроется этот. Блин. Не, что-то не находится у меня чарт. Ну что, вылетаем тогда, да? Да. Ладно. Тогда заводимся. Так, я сейчас еще гляну, чекну эту. Чекну руту еще раз по карте, по SkyVector. Значит, план такой. После взлета уходим на правым разворотом, параллельно горе набираем. Я бы такое, что набрал бы 1009 или 10. Гору, короче, которая сейчас за нами, оставляем справа. Слева пролетаем и там дальше по... ориентируемся по озерам. Что правильно было бы, конечно, тайминги делать на всю эту хрень, блин. А, это же надо отправить новый план, да? Угу. ЛОФ. Пускай будет, ладно. Время 19:45. И 50 минут. Так, в принципе, я готов. У меня там не прижимаете, нет? Нет. Я как-то смогу вас это... А, я перед сугробом здесь стал, отлично. Ладно, тогда мы запросим выталкиватель. Так, че, не развернешь? А, я прям перед сугробом встал. А, угу. Так, у меня вон сеатор горит, блин, забыл генератор включить.
Да, в принципе, там в этом... Как его? Блин, а чё... Блин, хреново поворачивать на снегу, слышь, так? Да-да-да. Видать, здесь сделано это, ну, скольжение. Да-да-да, потому что на полосе тоже там херово. Надо остановиться полностью, чтоб, ну, чтоб повернул, чтоб начал поворачивать. Так, ладно, тогда я вылетаю, засекайте там минуту-две. Давай за тобой. Так, немножечко добавим. Берем. Так, все включено. Отпускаем тормоза. Стоп. Отпускаем тормоза. Время. Пошло, пошло, блин. Я уже полетел, да. Да, Игорь, Игорь полетел, я вот сейчас занимаю. Ага, ну ладно, тогда тоже кручусь потихоньку. Так, еще что-то сбросить. Так, приберем оборотов немножечко. А, блин, а пуанты надо подать? А что ж вы? Забыл. Куда мы там фигачим, как он у нас еще раз называется? Говорит GK. Это GK. Так, и здесь уже можно 80 держать, думаю. Так, все, я тоже взлетаю туда. Так, полетел, да, Лех? Да. Нифига, тут трамплин такой. Так, как на этом веле. Ну да, тут такой прям. Оп. Чё правой педальки на пол шишечки? Вся полоса кривая, когда выходишь даже. Куда дальше-то по ущелью это фигачить? Нет, блин, вдоль горы, вот, разворачивайся 0.26 после взлета и иди вдоль горы на наборе. Поставь себе хедину на 0.26, иди в наборе вдоль горы. На, все, я понял. Все.
Так, я прохожу озеро большое, оно у меня слева. А поэтому... Слева. Так и должно быть. Сейчас глянем. Да, слева, но я, блин, близко сильно к нему. Я должен был над маленьким озером пролететь. А маленькое должно быть справа. А вот оно, да. Справа, второй прямо под тобой, вот у меня получается. Да. Значит, возьмем чуть-чуть. Чуть-чуть правее возьмем, бля, без набора. Так, ну, да, я... Лёх, ты где? За мной идет летишь? Да-да-да. Да, примерно. Озеро видишь? Справа, слева. Слева озеро? Да. Да, вижу. Да-да-да, вижу. Видишь, значит, прямо по курсу, вон на горизонте впереди большая гора. Да, вижу. Если откроешь SkyVector, то эта гора... Это темные места, короче, возле долины, которая называется Саланчес Монбланк. С к югу. Эти это большие темные такие горы. Саланчес. Видишь? Название мест видишь? Ну, это... На SkyVector, там аэродром есть, Саланчес Монбланк. Лима Фоксрот, Отл Сулу. Видишь? Я тут не вижу. Ну... Это, по SkyVector, вы эту руту проложили себе? А, вон аж где. Да. И вот на юг от нашего, от нашей трассы лежит большие коричневые горы, видите, вот. Там коричневые, не потому что там высота большая. Соответственно, вот это то, что на горизонте, вот эти все огромные горы, это вот они. Поэтому мы должны пройти левее от них. То есть берете себе к подножью этой горы курс примерный и летите туда. Я вот только что так летел в обратном направлении. Ну, я наоборот сгонял из этого, из ЛГСК в этот. И получилось довольно-таки ровно, блин. Плюс можно на карте видеть ущелья там. Вот у меня, я наставил себе точек, у меня после озера... Ну, понятно, следующая это долина. После этих озер буквально через пару минут будет долина. Первое. Вот я к ней уже подлетаю, кстати. Да, Сань, погода шепчет, да. Как раз в другую погоду, кстати, по горам и летать не рекомендуется. Ну, в общем, да. Дымка. Дымка означает очень стабильный воздух, без турбулентности. Короче, погода, мое почтение. Так, я, пожалуй, прибедню еще немножечко смесь на полшишечки, вот так вот. Да, вот мы подлетели, подлетаем к долине. Там есть река. Не знаю, населенный пункт какой-то есть. Ну это она, должна быть она, вот эта вот первая долина. Вот она. И мы теоретически должны пройти в самом широком месте. Чтобы пройти в самом широком месте, надо идти по ущелью. А мы идем по ущелью, да, походу? Ну да, похоже на то. Так, у меня cool flaps закрыт. Температура котлов. Котлов. 400, блин. Ну, 400 в зеленой зоне нормально. Соответственно, когда пролетим долину, по левую руку до следующей, вплоть до следующей долины, у нас должен быть горный хребет. Да, вот он есть. Вот летим вдоль этого горного хребта.
Так, пожалуй-ка я тоже включу автопилот. Да, мотыляет не очень приятно. И... Ай, блин, я надел, забыл наделать обтекатели себе на эти, на колеса, блин. Ну, все ж так, на длинный полет. Ну, все правильно, ты же в шевеле оставил. Ну, да. А думал же одеть. Так, ладно, парни, сейчас я ненадолго вас покину. Давай. Тоже перекурил. А мы пока Игорь собьем. Да, можно. Ну, для того, чтобы меня сбить, вам надо сначала меня догнать, вот в чем прикол. А я лечу так, что у меня аж это... Шуба заворачивается. Шуба заворачивается. О, вот так. Я пошел следить по телефону. Я вроде более-менее на вас, но нас отстрелил. Лады, сейчас буду. Даже догоняю потихоньку. Я забыл, где-то была фигня, как коррекцию таз считать, выставлять. Я вообще-то не помню.
Так, парни, я здесь. Ага. И пока мы летели, точнее, пока я выходил, ага, мы озеро, к озеру к одному подлетаем. Сейчас я его чекну. Долина и озеро. Долину, значит, пролет. Ага, небольшая долина. Мы должны быть. Ой, сбился с курса я. Оно должно быть слева озера, а я прямо над ним лечу. Алексей, ты здесь? Лёха? Не, он отходил куда-то тоже. Сходил, да? Да. Это Лёха по авиа ушёл? Ну да, наверное. А где озеро? Ага, озеро вон оно. Ещё надо взять левее. Так, ладно, тогда автопилот отключаем и полетели вручную. Мы как маленькие. Что-то я мануалик не могу найти. Я помню, была где-то коррекция ТАСС. Найти ее не могу. Коррекция ТАСС прямо на приборке, блин. На ЯС. Не, в смысле, насколько ее, как она корректируется, я не помню. Сначала надо выставить на альтиметре 10-13 давление. А, точно. Точно. Выставляешь 10-13 на альтиметре. Потом, так вот. Без снижения идем. Затем смотришь, на какой высоте ты летишь. Соответственно, я лечу на 9500. Смотришь температуру забортную 0. 9 умножаем на 2 18, плюс 500 это 1 градус, 19 градусов. 15 минус 19 должно быть минус 4. А у нас 0. У нас на 4 градуса больше, можно сказать на 5. Выставляем, крутим на этом, на 9,5 выставляем и в сторону плюса, до середины 9,5, чтобы было. Так, 9,5. Да. 9. И вот это получается десятка на ноле должна быть. И получается у нас ТАСС 156 у меня сейчас. А ground speed замеряется секундомером. То есть по карте смотришь, например, речку и речку, или там речку и какую-нибудь дорогу. По прямой летишь, засекаешь этот ground speed секундомером. Ну, засекаешь время, которое ты прилетаешь. Смотришь на известное время. Да. Так вычисляешь ground speed. И, соответственно, зная ТАСС, угол сноса. А угол сноса ты тоже можешь вычислить, потому что, например, ты можешь перед собой взять две точки, любые на земле, две reference point, и смотреть, они у тебя остаются на прямой. Если не остаются, ты должен ввести коррекцию. Соответственно, ты можешь посчитать, какой угол коррекции ты ввел. Соответственно, зная угол коррекции ТАСС и ground speed, можешь рассчитать скорость и силу направления и силу ветра. Да. Ну, ground speed мы GPS видим в нашем случае. Так, выставляем. Поднялся, пока объяснял, поднялся на 200 футов. Ладно, эту горку пройдем тогда. Мы, наверное, я должен был, наверное, ее там вот обойти. Я, наверное, там ее и обойду сейчас. Так, это вот самый здоровый пик, как раз он вылез сейчас у меня из этого, из тумана, из дымки. А у меня еще... Да, он есть, он у нас остается справа. Да, но ты, наверное, слишком влево взял, можно... Не-не, я нормально. По карте, судя по карте, я нормально иду. Ущелье, пик... Так, какие еще у нас есть референсные? А, не, надо вот сюда лететь, на эту гору точно. А вот речка, а впереди должна быть... Озера должны быть, вот они, по-моему, да? Да, вот они, озера, чуть-чуть правее меня. Вот, да. А, ну, я нормально, иду ты чуть левее, а я попробую там... Ущелье, наверное. Ола, Джорди. Ола, Джорди, Диго. Ола, Пигеймер Про. Джорди.
Так, что, Оливейку? Estamos intentando de hacer un rally en montañas de Alpes. De Alpes franceses y... y suizos. Так, мы летели по ущелью. Соответственно. Ага. Да, сейчас я прохожу вот этот вот пик. Остренький пик, это он находится возле надписи Мегеве Лима Фоксро Тотал Майк. Но из... No es un rally de verdad, pero bueno, algo parecido. Я подлетаю к долине, соответственно, вижу там два квадратных озера слева от меня. На карте одно, оно обозначено как одно квадратное озеро. Маленькое, которое совсем что-то. Квадратное такое, зеленая долина, квадратное озеро. Ниже аэродрома Лима Фокстрот Отел Сулу. И, соответственно, дальше нам надо лететь. Блин, я сбился с курса. Пока смотрел карту, ушел с курса. Ну, то есть, это не очень удобно, конечно, ориентироваться, но... Ну, как удобно? Gracias, pequeño bro. Venga, y ya sabes, eres bienvenido. Так, вот как раз у меня Абим, я пролетаю, у меня с левой стороны квадратное это озеро и река. Я уже долетел до этой зеленой долины на карте. А, ну вот у меня долина появляется сейчас. У меня озеро прилично слева должно будет остаться. У меня оно тоже прилично слева. Оно у меня, если на подпорку крыла смотреть, посередине подпорки крыла. Ага. Сейчас посмотрим, что лететь надо. Венька, кивай вен. Так, и далее. Блин, что такое? Далее, после долины гора, прямо гора, маленькое озерцо слева должно быть. Если оно будет слева, то мы правильно летим. После долины гора, вот она похожа на гору, да, вот это вот. Значит, озерцо где-то вот там, скорее всего, будет. И, возможно, я его даже не увижу. Что? Это то, что в районе Hotel Zulu уже, да? Маленькое озерцо, да, в районе Отел Сулу, да. Но я не о нем говорил вообще-то, я говорил о следующем озерце, которое на север от этого маленького. То уж совсем маленькое, да. Я вот сейчас как раз пик пролетаю этой горы. Сейчас посмотрю, озерцо здесь есть вообще. Ну пока озерца я никакого не вижу, блин. Ладно, будем надеяться, что мы не сбились с пути. Так, ну я пока даже крупное озеро не видно, но надеюсь, что я уже прилетел. Карте 5 смотрю, тут ты сильно влево взял. Я влево взял? Ага. Да мне кажется нормально.
не знаю, может я потерялся, конечно, я не спорю. Ну, смотри, по карте, если вот как проложен курс на Приморской векторе, вот дальше у нас будет поперек нас, поперек курс стоящего озера. И оно там, перед ним маленькое озерцо, а за ним еще такое покрупнее. Такой крест получается. Вот мы должны пройти курс, чтобы пересечь все три штуки. Прямо над ними, над всеми тремя пройти. Это дальше уже. Ну, я уже к долине подлетаю, к следующей. Я посмотрю, что какие ориентиры есть. Перед зоной, вот. Может, я действительно... О, тут есть городок внизу, в долине. Он, конечно, не будет обозначен, к сожалению, на карте. И впереди еще, да... Да, еще будут большие озера. Вот там вот три озера, они считают вместе. Да. Мы должны вместе пересечь. Да. Вот смотреть по встроенной карте, тут ты сильно влево ушел. Да. Ну черт я знаю, я хэдю примерно держу. Держи, держи. Держи, чтобы не убежал, да. Держи, держи, хэдю. Ну ладно, возьмем, да. Я да, встроенную карту посмотрел. Да, есть такое. Ушел немножко. Ушел с маршрута. Да, ушел с маршрута. Так, а я на 10, там какие-то горы такие, которые не перепрыгнуть. А где они по карте? Вроде бы их нет, блин. Ну есть тут что-то такое темное. Но они очень далеко. А, ну да, есть. Они аж за долиной зеленой и за тремя озерами. А, ну понял. Значит, я беру немножко левее этих гор. Хорошо. Так, саны у нас получается заходы с обоих сторон есть. Да с прямой будем садиться. Погода да. Такая, что ветра, скорее всего, там нет никакого. Можно, конечно, ввести в этом. Скорее всего, он есть, этот аэропорт. ЛСПК. Рефреш. Брифинг. 166, 0 градусов. 0 узлов. Короче, ветра нет. Тогда сплю, конечно. Так, а что, неужели озера там, а я справа от меня, я так намного влево ушел, блин. Сейчас еще раз глянем карту. Да, они справа от меня, озера. Я над ними не пролетаю. Блин. Там, конечно, с нашего курса по схеме, опять же, только 26-й заход. Я думал, пошли в жопу. Так, Лёха, я тебя как-то активно обгоняю. Ну да, есть такое. Ну да, озера сейчас как раз от меня получается справа, за горами. Ну ладно, ошибся. Обшибся надо. Обшибся чуть-чуть, да? Не, ну все равно примерный курс одинаковый. Вот и да, конечно. Я немножко сейчас поправку взял. Я, получается, вы пройдете справа от этого, от пика острова, я слева от него прохожу. А ты слева от него, получается, проходишь, да. Так, ну вот подлетаю к следующей долине, получается. И я севернее иду. От маршрута.
Какие еще ориентиры здесь взять? Хорошо, под крылом, под левым у меня должно быть, получается, ущелье. И далее, если посчастливится, увижу на подлете уже озеро. Ладно, под ущелье, под левым крылом, вон оно. Похоже, вот тот. А, я вот это Т-образное озеро уже прошел, который Т-образный, который поперек. Вот, вниз, впереди. Еще одно будет. Вот оно, да. Ох, как сключил-то вектор, что ли, или этот, как он называется, меж. Ключ сейчас. Некрасиво. Озеро напоминает больше какой-то бассейн двухрогачный. Я скинул это. Кстати, я... там в этой долине еще, да, на севере долины это огромное большое озеро. А, ну это Женевское, кстати, уже озеро. Если вы посмотрите, вот если по озеру пройтись, то к аэропорту Женева как раз прилетим. А, вот оно большое совсем. Да, да, да. А, ну его, похоже, я сейчас могу увидеть. Ну да, его видно. Тоже очень криво, то ли это вектор бандит, а какие-то квадраты у меня. Не, у меня нормально все. У меня вектора, правда, нет. Ну, наверное, вот из-за вектора. Береговая линия квадратами. Ладно, тогда. Да, его на GPS-ке видно. Летим, ущелье, оно у меня слева. Получается, две горы вот такие. Долине, сейчас посмотрим. Да, над самой головиной долины. Раз и два. Ага, хорошо. Вот как раз над этими двумя хребтами пролечу. Прям немедленно взлетает. Чувак там. И вот тут получится еще какой-то хребет, я знаю, если по карте посмотреть. Я вот здесь вот, раз, два, и вот он хребет, ага, да, все у меня. Не, ну я в принципе на маршруте, не сильно отклонился, я поправку ты взял. Ты сейчас зато хорошо, ты больше с прямой зайдешь. Да я уже вернулся на маршрут, считай. Может, конечно, по долине. Но тебе и не надо уже вставать на ту первоначальную линию. Ты сейчас круче сядешь, я же даже сам тебя левее буду забирать уже. Так, повышаем 3300. Да, превышение порта 3300, да. 1402 метра полоса. Ну, это вообще шикардос. Вот, да, нам... Можно на этом лететь, на Туполе. На Туполе, да. Да, пускай Андрюх. Андрюх, ты смотришь, да? Делай контент, лети сюда на Туполе. Не, походу средств нет. Не, ничего нет, да. Жаль. Ладно. Так, ладно, один хребет перепрыгнули. Сейчас будем прыгать через второй. Там третий аэродром, да? Как я понимаю. Да, да, да. Один, озеро, два, да, три, и аэродром, да. Да, в форме какого-то этого. Не знаю, медуз какой-то. Инфузории это туфельки, блин. Инфузории туфельки. Он, наверное, левее от меня останется. А, не, я, походу, него идут или нет, не пойму. Они вряд ли. Раз, два, подлетает, видим, на лево озеро. Да, вот после этой горы должно быть озеро видно. А, вот на форме этой пузырь туфельки. Все, я вот GPS увидел. С нее можно, от него можно будет как раз закручиваться на посадочный курс. Я почему-то хотел найти озеро. Так, курсов у нас, по-моему, нету, но примерно 80 градусов. А он Юрий Лигович, там вор есть. На карте не отмечен вор.
У меня и я открыл информацию, что плоская вектора тоже нифига. Нет воров, походу, нет. В СГК нет воров. Так, здесь же озера нет? Нет, здесь какой-то город вон внизу. Так, а сколько можно будет? 4000 у нас долина. А, ну после озера может точно опять уже снизить, да. Так, ну теоретически мы уже подлетаем. Теоретически да, это уже совсем близко. Хочешь снижаться, пока скорость лет не хочется. Хорошо, 165 узлов. Я уже приступил к снижению. Так, а озеро я не вижу, кстати. Но оно может быть за складками гор там где-то спряталось. Надо полагать. Ты его прошел уже давно. Озеро сейчас вот чуть-чуть слева от меня. Было такое, да, в низинке, но тоже далеко от озера. Тебе уже давно надо снижаться, на самом деле. Я снижаюсь, да. Наверное, я уже начну снижаться. Так, поставим 6000. Пока. Так, теоретически я вот этот вот пик обхожу. Теоретически. Как он там на самом деле, не подозреваю. Да. Это, скорее всего, он. Жрали, поэтому нормально, что уши не закладывала 500 от 500 до 1000 футов. Сада тысяч, сада тысяч. Да. Тысячу пойдем. Слушай, на малом, я понимаю, на 1003 можешь снижаться. Так, я надеюсь, я там завернул, потому что по идее там. Что-то я порта не вижу. Там, но там хитро тоже в долине, так это порт. Ага, да, все вижу. Ну, карту посмотрел. Каюсь. Ну, карту еще сделать. Считаю, что боюсь, не успею снизиться. Так, готовимся к посадке. Landing lights on. Поставим проб на полную, но когда полосу увидим. Ага, все, runway inside. Полную на оборотах ставится, то есть все равно, да, в общем-то? Что? Так, по технике, то есть мы на оборотах проб на полную можем ставить, да, и на малую. Да, да, на полную, да, можем. Да, это надо сделать, по технике надо сделать проб на полную. Нет, что сделать, да, просто, ну, в каком режиме все равно. То есть нет там ограничений по оборотам, потому что подтягивай, можем... Не, можешь. Все. Смеси только не забудьте добавить, потому что мы взлетали на 6000. А я на полную смесь взлетал. Или вообще не, или не положено на 6000? Ну, да нет, не положено. 6000 это, в общем-то... Ну, вообще-то можно взлететь, но... Просто тяги ты потеряешь, здорово. Ну вот, мне не понравилось, да. Блин, красиво идем. Лап. Красиво ну, идет та пара в полосатых купальниках. Да.
Так, стоянки с какой стороны у нас? Слева. Слева. Ну там можно в конце, там в конце самом есть полосы, есть стоянка. Блин, скорость падать не хочется, но у меня есть снижение. Вывались. Еще. Там слаб 10 можно. Можно на этих, на. Ну, ниже сотни, да? На 120, по-моему, даже. А, на 120 даже. Да. Ну, я пока не хочу. Я пока. У нас же ралли. Так, я самый конец полосы уехал и сейчас налево покину там. Там, первый съезд. А, вижу второй съезд, да. Ух, ёб, все равно высоко. Ладно, надо выпускать. Но я на вертолетной площадке сейчас стану. И... Ну да, все туда фигачки мы там сбрасываем. 42 минуты 30 секунд. Я нажимал 3 секунды. Потерял. Нихера там. А чё ты так высоко-то? Я-то? Я. А ты, да я вон тоже очень высоко. Но я сейчас... Противоположно? А. Скольжение, парни, скольжение. Да ладно, полоса длинная, над ней затормозимся на малом газу. 110. В трубу вон прохожу какую-то дымящую. Что-то я опять тут не рассчитал со снижением. Да та же фигня. Поздновато. Так, ты второй заходишь, да? Я второй захожу, да. 190. Ну, много 90. Блин, как садится. А ты что, без закрылков идешь, что ли? С десяткой. Десяткой? Не, ну нормально, 80. 70-80 с 10. Просто тяни на себя просто. Ну не так сильно, ну, прогрессивно. Еще чуть подтяни. Да. Нет, прогресс не получается просто это. Да. Просто скорость еще высокая была. Тормозит хоть. Тормозит. Или нет? Твою мать. Перекатился. В смысле, прямо выехал там где-то? Нет, нет, за полстой не выехал, перекатился, в смысле, что не попал на стоянку. А. Давай, это же все тоже время. А, ты, Леха, это, кружочек даешь, да? Ты орбиту я сделал? Орбиту, да, потому что я вообще высоко. Но мне надо было все-таки поскользить. То есть, в принципе, видишь, из-за этого и попрыгал. Прыгал мягко, то есть там 130, первый касание 170, дальше там 130, там что-то такое, 150, терпимо. Вот скорость. Распрессируешь, что я умею бороться, я умею, их не бывает. В принципе. Но все равно. А у тебя какая-то приблуда стоит, которая FPM, да, меряет? Да, 42 ровно. Че, я самый быстрый сегодня получился здесь, на этом отзыв турецки. Получается так. Ну, 42.01 у меня поставил. О, зацепил, блин, зацепил. Ну ладно, сори. А, не, я чуть не доехал до тебя. Нифига себе. Ну, на такую полосу бред садиться. Как садиться на наклон, я так и не понял пока. Получается фигня. Блин, тут тепло 10 градусов. Что-то у них там лето. Да. Так, заходит Алексей. Ага. Тут, по-моему, все равно высоковато, может, кажется. Да не, нормально. Да не, нормально еще. Нормально. После больших тяжело такие углы смотреть, после того же Боинга. Ух ты, блин. А, да, что ты это вот прыгнул. Да, 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 козла. Я козла. 44 минуты. Так, оп. Тормозите, вот пытаюсь к нам стоянку попасть. Я не смог, я не тормозился. А чё я уже разворачиваться. А, ну у тебя нормально. Да, надо больше народу для большего веселья. Ну, в общем, да.
сказал, что подходит. Встречает. А, прикинь, у меня, по-моему, подвис этот. Или нет, не подвис. Ну, а смотри, здесь как получилось. Не-не, не подвис, все, отвисло все. Что получилось? Ну, сейчас сколько времени? Мы здесь отсечку сделали. 45 минут. 45 минут. Ну, нормально. Так. Ну, отлично. Завтра действительно повторить с народом. Мы все сделаем. Так, народ, вы смотрите? Серега, Саня. Тут грозятся вас всех сделать. Ну вот видишь, получается, вот на эти мои зигзаги, когда летишь не поэтому, не по GPS-ке, а вручную, то на зигзаге вот эти 30 секунд, 100%, ну, можешь легко потерять. Ну, конечно. Хотя у тебя зато более удобный заход получился. То есть мне пришлось выруливать, и не знал, не видел, поздно снижаться, у тебя, ну, из-за того, что шел левее этой горы, ты шел, пришел с прямой. Не, ну так... Важно ж первому, ну, с наименьшим временем прилететь. Ну да, здесь же комфорт, здесь время. Поэтому да. В принципе, мне можно было тогда тянуть еще, потом тут, наверное, 10, а 20, вот затормозился хорошо. Поскользить еще. Какая-то хрень появилась у меня на этом, на самолете, которую я не рисовал. Ладно, запишем в загадке. Что за хрень? Да непонятное что-то. Ой, что-то у меня пауза включилась. Что-то нажал. Вообще не понял. А вот. Так, аутсайд, спот. Лады, будем, наверное, стрим заканчивать. Парни, вот так вот выглядит аэропорт. Это, кстати, бесплатный, да, сценарий ЛСГК? Нет, это Орбикс. Орбикс, он бесплатный. Не Орбикс, да, он бесплатный. Это бесплатный Орбикс, да? Да, 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 так что... я конечно... смотрю, не в том паке был, где платный. С ним еще, кстати, с этим бесплатным, еще два порта идет маленьких, это, с травяной полосой. Поэтому да. Как бы не три даже. Ну да, три порта, да. С этим еще три порта идет, да. Еще три, да. Можем, кстати, я во время ралли все их посетить, если хотите. Да, в принципе, можно. Алексей, ты чего сегодня грустный какой-то? Молчаливый. Ладно, стрим я заканчиваю. Давайте, парни, пока. Со Степаном.